Міністра внутрішніх справ підписано ряд наказів по особовому складу. Генерал-майор міліції Глуховера Віталій Андрійович призначений центральний апарат керівником департаменту. По-перше, я хочу подякувати вам за цю важку і плідну роботу. То, що ви зробили для Дніпропетровщини, то, що ви зробили для гарнізона. І дай Бог вам здоров'я і всіх благ. Генерал-майор міліції Репешко Ігор Володимирович призначений начальником головного управління Дніпропетровської області. Год пройшов, і ми проработали в місті. Не хватило там пару тижнів. Я хочу вам сказати большое спасибо. Потому что действительно, я помню и те убийства не раскрыты, и те массовые волнения, которые могли произойти, и которые вовремя их тушили. И та напряженная обстановка в Кривом Роге, в Днепродзержинске, в Днепропетровске, и те 9 мая прошлого года, и этого года 9 мая тоже показали, что коллектив милицейский здоровый, он сильный, и он может работать. И он с поставленной задачей на сегодняшний день справляется. Я не буду перечислять пофамильно всех здесь присутствующих, с которыми я работал. Но у меня никому нету, как бы сказать, отрицательной оценки. Мы все работали от 4 до 5. И работали так, как нам позволяет эта совесть, как нам позволяет нас милицейский долг. То, что говорят менты, да, мы менты. Это нормальное слово. Это мы, которые защищаем порядок в нашей стране и в нашем городе, в Днепропетровской области. И мы будем его защищать в любой ситуации. Я всех вас благодарю. Говорю спасибо, чисто человеческое. Сами понимаете, голова, ноги, руки будут находиться сегодня в Киеве, но душа и сердце будут вместе с вами. Спасибо, друзья. Я понимаю, что Днепропетров сейчас определенный стресс испытывает. Смена руководителя – это всегда стресс определенный. Но скажу одно. Кто будет работать, все будет нормально. Абсолютно никаких проблем не будет. И работать будем продолжать, и правопорядок будем поддерживать. А все остальное будем в работе показывать. Там справа девочка, вот, есть. Ну, руководящему составу будет.